Вы слушаете новости по логистике от АЭШ четверг, 9 апреля 2020 года. В заголовках мировой прессы SNBC сообщает, генеральный директор Zebra Technology о задержке контракта во время коронавируса. Джим Крамер связывается с генеральным директором Андерсоном Густавсоном, чтобы получить представление о контракте компании с USPC и изменениях в розничной торговле, включая продуктовый сектор. Журнал Wall Street сообщает, корабли движутся, а измученные моряки застряли в море из-за ограничений на поездки и жесткого контроля над вирусом, тысячи утомленных моряков остаются в море, опасаясь, что они могут заразиться. Судоходные компании, которые уже пострадали от падения спроса и разрыва цепочек поставок в результате пандемии, сталкиваются с другой проблемой на своих судах. Тысячи моряков не могут путешествовать в командах, в результате чего растет число экипажей по всему миру, которые истощены и сталкиваются с болезнями. Financial Times сообщает, Blackstone делает ставку на склады электронной коммерции в Великобритании. Supply Chain Digital. Costco расширяет логистику на 1 миллиард долларов США. Покупка Innoval Solution, дочерней компании Transform Holdco, материнской компании Sears и Kmart на 1 миллиард долларов США является целью крупных оптовых торговцев расширить свою деятельность. В заголовках публикаций по логистике и транспорту на первой странице «Инфо». Смена руководства в одной из крупнейших логистических компаний в Германии. Бренхард Саймон уходит с поста генерального директора «Дачса». Он и его заместитель Майкл Шиллинг, ответственный за дорожную логистику в течение 31 года, на руководящих должностях перейдут в наблюдательный совет компании в 2021 году. В других заголовках «Трансинфо». Проблем с вирусом достаточно. Британские перевозчики просят сделать паузу в процедуре Brexit. По словам FTA, бизнес-группы, представляющей сектор логистики, проблемы, возникающие из-за вируса COVID-19, сделают невозможным эффективное внедрение любого нового законодательства. Заголовок TT.com. Дальнобойщики работают над преодолением трудностей в цепочке поставок продовольствия. Водители грузовиков, перевозящие еду, сталкиваются с задержками по всему земному шару в связи с последними нарушениями, которые были вызваны пандемией. Они несут убытки в Европе из-за ограничений, которые были введены для контроля распространения вируса. Отчеты по входящей логистике, маркировка цепочки поставок и логистика, как справиться с требованиями клиента и нормативными требованиями. Когда дело доходит до логистики, скорость и удобство электронной коммерции привели к изменению ожиданий в секторе бизнес-потребитель. Многие ведущие сторонние логистические группы говорят, что их клиенты ожидают того же уровня скорости и удобства, который они получают от платформы электронной коммерции. Заголовок менеджера по логистике. Дизайн склада меняется. Многим арендаторам приходилось обходиться дизайном и планировкой склада, что не совсем правильно. Но когда вы спрашиваете «почему?», вы получаете ответ. Потому что он институциональный, и без этого он не работает. Это была минута новостей по логистике от АЭШ, четверг, 9 апреля 2020 года. Если вы хотите услышать больше глобальных новостей по логистике, то подпишитесь к нам в социальных сетях.